Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. А если вы еще не подписались, то самое время нажать на кнопочку подписаться. А еще лучше, если вы нажмете на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Сегодня мы с вами посмотрим куртки из новой коллекции в Резерв и примерим очень много вещей в Зара. Устраивайтесь поудобнее. Приятного просмотра! Начнем с Резерв. Много различных аксессуаров. Самые сливки, конечно же, на сайте. Вот такая куртка, простеганная, тонкая, фурнитура в цвет, цвет хороший, но, как видите, это прямой силуэт, не для меня, так неплохая, в принципе, курточка, стойка, воротник, она тонкая, на весну, на осень ранее, на мне 40 размер. Нежно-розовый, припыленный такой цвет на самом деле. Это такая же, как предыдущая, только в 38 размере и черного цвета. Выглядит стильнее. Так, сейчас я застегну и вам скажу, если бы я ее покупала, какой бы я размер выбрала, в каком мне комфортнее. Думаю, 40 бы взяла все-таки. Если потолще какой-то свитер надевать, то уже будет некомфортно. Симпатичная шубка, на мне 40 размер, мягенькая, такой лавандовый цвет. На мне 42 размер, ниже колена, горизонтальная простежка, фасон неплохой. Есть такие пуговицы в тон, материал на любителя. Мне не нравится то, что она блестит. Покажу, как будет с поясом смотреться. Вот таким образом смотрится с поясом, но она, конечно, небольшая, 42 размер, что вы хотели, да? Но я показываю вам, какой блестящий материал. Еще одна куртка, вот такая белая. Это 38 размер. Интересный у нее такой материал. Я такой встречала в Заре, только в черном цвете. Здесь есть пояс. Я сейчас покажу, как это будет смотреться с поясом. Застегну и взяла еще такую в 40 размере. Посмотрим, как будет выглядеть два таких размера. Так, ну что, смотрите, это 38 размер. Он достаточно мне свободен. Такая объемная куртка. Мне нравится она. Такой объемный капюшон. Давайте примерим 40. Материал такой прорезиненный. Так, ну что, вот так смотрится 40 размер. Достаточно объемно.
Так, вот так выглядит, когда завязываешь пояс. Но знаете, я бы сюда пояс поплотнее бы какой-нибудь взяла. Почему они не сделали его более дутым? Потому что он не держит такой объем. Мне не нравится, как это смотрится. Чуть-чуть не продумано. А так куртка совсем даже неплоха. А мы потихоньку переместили Зару. Из находок распродажи вот такие туфли с квадратным носиком. Небольшой каблучок, очень удобный. Они из натуральной кожи, необычный дизайн, стильные, интересные. Носик на любителей, я такие носы обожаю. Мне очень нравится. У них такой припыленный зеленый цвет. Еще одна находка. Вот такие ботинки. Их кто-то заказал и не взяли, потому что они прям в идеальном состоянии. Даже не видите красного ценника. Это говорит о том, что, скорее всего, это онлайн-заказ. Тоже тупой носик и каблучок небольшой. Удобные. Хочу сказать, что на мне 37 размер. И он мне как раз очень сильно смотрится. Мне так нравится. Натуральная кожа. Вот этот пиджак из новой коллекции. На мне размер М. Я бы, если бы покупала себе, взяла бы на размер меньше. Этот мне свободен. Он прямой, двубортный. У него, смотрите, какое плетение. Крапление блестящей нити. Ну, подобных в Заре было очень много. На любой вкус и цвет. Давайте застегнем и посмотрим. Таким образом он смотрится, он прямой. Кстати, здесь подплечники есть. Так, ну смотрите, данный свитер из новой коллекции, в составе его 50% шерсти, он такой меланжевый, по ощущениям немножко колется, для очень чувствительных особ будет немного дискомфортно. На мне размер М, и примерила я вот с такими брючками из сатина, плотный такой сатин, это вискоза струящийся, очень симпатичный, они на скидках. Я так предполагаю, что это был костюм, помню, я примеряла рубашку удлиненную из такого же материала черного, и если я найду на сайте, я вам покажу. Все те же туфли, они такого нейтрального цвета, и вот к этому образу прекрасно подходят. Так как я сегодня не собираю луки, но вот то, что я сейчас примерила, я бы с удовольствием носила в жизни. Опять, люблю сочетать фактуры. Это фактурный какой-нибудь свитер, желательно из натуральных тканей. Если у вас аллергия на шерсть, не смею вам предлагать ее. Далее, такие они в пир и в мир. Брюки. У них вот такой пояс достаточно плотный и сидит высоко на талии. И прекрасная длина. На небольшом каблуке обувь как раз будет замечательно. Можно взять акцентную сумку, но здесь выбирать не приходится. Но, кстати, вот это для мобильного телефона вполне себе такой акцент будет. Сейчас я ее надену и покажу. Это, кстати, натуральная кожа, но она такая дубовая. Такого яркого цвета. Кстати, довольно-таки удобная вещица, помещается большой телефон. Если бы другой цвет был, я бы с удовольствием взяла. Мне такая штука нужна. Thank you.
связь с космосом устанавливается. Примерила со свитером этот пиджак. Это стандартная формула. Какой-нибудь бадлон, свитер тонкий и пиджак. Смотрится всегда стильно. А здесь еще плюс различные фактуры между собой сочетаются и дополняют друг друга. Смотрится очень стильно и интересно. Мой аксессуар прекрасно подошел к этому пиджаку, так как в пиджаке есть золотые вкрапления. И сама бижутерия тоже в золотом цвете. Прекрасно это смотрится. И вот такие мелкие детали, они в общем образ улучшают. Так, еще одна находка из распродажи. Это вот такой свитер из 100% шерсти, сделан в Италии. Вот, представляете, да? Вот с такой декоративной деталью спереди. А, меланжево-розовый такой нежный цвет. Сзади он однотонный. Впереди вот что-то вот такое. Это коллекция 2008 года, они, видно, ее перевыпустили. Немного мне не по душе вот эта декоративная идея. А так, в целом, рекомендую такой свитер. И что хочу сказать по обуви. Я достаточно долгое время здесь в них провела. Удобно, классно, мне нравится. Еще одна моя находка из натуральной кожи, юбка болотного цвета со скидкой бешеной. Еще одна юбка, она немножко села не так, как хотелось бы, в размере XS. У ней очень такой активный разрез. Сбоку такой разрезик здесь. В принципе, задумка неплохая у ней. Вот такой полужилет. Будет неплохо смотреться на какой-нибудь водолазке или рубашке. Смотрите, еще один такой жакет, он приталенный, с очень интересными деталями. Здесь как будто бы просто ножницами обрезали, и так по всему жакету. Две пуговички, такие лацканы, глубоко синий цвет. Смотрите, какой укороченный жакет. Похож на натуральную кожу, но это не так. Сейчас примерю. Смотрите, как классно смотрится. Очень стильно. На мне размер S. Интересный такой цвет.
Какая прикольненькая вещичка. Но она предназначена для AirPods. Можно просто как украшение. Как вы знаете, я обожаю такие необычные штучки. Она вот на такой цепочке. Со скидкой можно взять. Далее поступление новой коллекции обуви. Данный пиджак из новой коллекции в крупную клетку в составе полиэстер, вискоза и эластан выглядит прилично, стильно благодаря цвету. Я примерила размер L. Это реально подушка. В этом капюшоне можно спать. Потихоньку обновляется ассортимент. Подобные куртки уже были в Zara. Вот очередное обновление. Объемная куртка мятного цвета. Заявленная устойчивость к температуре до минус 20. Я примерила в размере M. Следующая черная длинная куртка с высоким воротником и капюшоном, разрезы с застежкой на кнопке снизу, наполнитель полиэстер. Материал блестит, на мне размер L. На скидку вышел вот такой жилет, объемный, стильный, актуальный крой. Единственное, мне не понравился материал. Он какой-то шершавый, с отблеском сероватым. Жилет двусторонний я примерила в размере S, поэтому он не сел так объемно, как хотелось. Этот цвет черно-серый, есть расцветка еще морской, синий-желтый. Непромокаемый двусторонний тренч, очень стильный, минималистичный. Только при монтаже я узнала, что он мужской. И если бы у меня не было двух тренчей, он бы оказался в моем гардеробе. Я примеряла в размере M. Прогуляемся по залу. Остатки былой роскоши. Вот такой клатч на любителя, конечно, но неплохо, в принципе, выглядит. Очень тяжелый пояс, зато сколько золота. Это у нас уже весенние пошли мотивы.
кардиганчику. Смотрите, какой акцентный цвет. В камере даже еще ярче. Натуральная кожа. Неплохие кожаные ботинки цвета икрю, на рифленой подошве, у них застежка на молнию с внутренней стороны, что достаточно удобно. Они, кстати, вышли на скидку. Смотрите, вот такое платье. Оно на самом деле без рукавов. Я надела просто его на свою водолазку. В составе вискоза-полиэстер. Оно в средний ромчик. Фишка в чем? Вот в этом подоле. Такая бахромушка. Но все к ней липнет. К этой бахромушке и к этому платью. Антистатик в помощь. Вот это платье очень стильное, мне очень понравилось. Воротник стойка небольшой, рукава, что хочу сказать по ним, они очень узкие. Мне прям давят, они сжали мою руку. Размер S сейчас на мне, вот такой небольшой разрез. Платье супер лаконичное, ничего лишнего. Оно такое, мелкий рубчик, состав нейлон, такое упругое, увесистое. Прямое, идеальная длина и смотрится очень стильно. Мне нравится, это прям мой стиль, 100%. Думаю, что M бы я взяла, потому что мне все-таки давят руки и дискомфортно, так тиски такие. Еще одна находка, это из новой коллекции, визуалом она должна понравиться, любителям натуральных тканей нет. Такая, я бы сказала, рубашка-ветровка, из полиэстера, тоненькая, простеганная, фурнитура в тон, симпатичный такой силуэт, мне нравится, она смотрится очень стильно. Сзади спинка чуть удлинена, такие широкие рукава, линия плеча спущена и карманы боковые здесь. И размер S вполне. В принципе, XS хорошо смотрелось бы, кто хочет поменьше объема. Так, ну смотрите, я примерила сегодняшним своим аутфитом эту рубашку. Вроде как Total Black, но за счет фактур и вот такой акцентной бижутерии смотрится образ достаточно стильно. Еще что на распродаже можно рассмотреть. Вот такое платье-футболка яркого цвета. Чуть-чуть как будто такой эффект застиранности. Хлопок средний такой, для дома вполне. Да даже не для дома, на лето. Немножко весны вам посылаю. Такой костюмчик хлопковый. Конечно, хлопок тонковат. Для такого костюма это такая укороченная толстовка. Спереди замок, серебристая фурнитура, спущенная линия плеча. И брюки на высокой талии. На мне размер S. Здесь вот такие вертикальные прострочки и боковые карманы. Брюки достаточно широкие, прямые. По росту 1,71 м. В принципе, хорошо по длине. Если бы более плотный хлопок был, я бы рекомендовала его к покупке. Так, если хочется, понравилось, ну, для дома, для дачи, не более. Цвет приятный, вроде как в черном цвете еще есть и в сером.
Друзья, на этом буду заканчивать. Спасибо, что провели это время со мной. Делитесь, что вам удалось интересненького прикупить на распродажах или, может быть, что-то приглянулось из этого шопинг-влога. Спасибо за подписку, лайк, колокольчик. Ссылка на Инстаграм будет в описании под видео. Скоро увидимся. Пока!